Кведешник, едем с Такомой, гоним 60, по-моему, километров до нашей дилерской, вот Африка, тут ты, Honda Transalp, 600 кубов 87 года, в очень хорошем состоянии. Сделаем сегодня обзор. И вот этот Nissan Caravan, автопчик на 10 мест, 5-speed дизел, задний привод, правда, ну ладно, зато состояние и нестояние, да, 10-местный, 39 тысяч пробег почти. Вот такой автомобиль, очень чистый, шокеном, со всеми делами. Все зависит, как ты держишь автомобиль, или в гараже следишь за ним, он будет как новенький через 30-25 лет, или же будет ржавый, да. Так что, ребзя, такие дела. Короткое видео, тут вот бардак небольшой, только вот едем с контейнера, как разгрузили. Едет прекрасно. Сейчас еще видео прилеплю, когда будем ехать на пятой скорости, сколько жмет, сколько прет, чтобы показать, да. На заправку заедем немного, затаримся. Так, бак у нас справа, справа. Ну тогда откуда заехать-то? Куда заехать? Сюда встанем, да? Тогда. Опа.